начнем с новостей биржи. Как всегда. После очередного нападения на штаб-квартиру Арасаки в Найт-Сити... Типа куча мелких стран, у каждой свой язык, всякое носится со своей культуркой. То ли дело у нас. Единство, плавильный котел. Что, Дакота, злишься? Я как-то нашла под капотом своей машины дохлую сороку. Птица ночью замерзла и решила погреться возле двигателя, а утром не смогла выбраться. Сварилась заживо. Я помню этот запах жжёных перьев, безнадёги и смерти. Когда впервые увидела тебя, эта сорока возникла у меня перед глазами. Теперь я знаю, почему. Ясно. Не стоило мне поднимать эту тему. Твое будущее не высечено в камне, Ви. Помни об этом. А это у тебя что, вроде распродажи? Да-да, бери, что хочешь. И по какому же поводу? Конец света. Красивый жест. Драматичный. Никакой драмы. Голый прагматизм. Я раздаю товар, чтобы побольше клиентов уцелело в завтрашней мясорубке.
говорю тебе, я их продал. Знаешь, где я видел больше всего звезд. Да не бойся, ну, как дела? Хорошо. Даже очень хорошо. Как сам? Да вот, панцирь пытаюсь запустить. Он упирается, скотина, но я не сдаюсь. Ну, прокатимся? Давай, поехали. Залезай. Ну, давай, заводи. Пока все горит зеленым светом. Хороший знак. Так куда мы едем? Бобби сказал, к востоку от лагеря есть свалка. Самое место для стрельбы по мишеням. Ха. Теперь проверим находку Тедди. Давай, Ви. Как будто немного влево сносит, а? Поправить реально? Ты давай стреляй по этим ржавым бедрам, а я на ходу откалибрую прицел. Вроде получше, нет? Похоже на то. Стрельни еще разок, на всякий. Ага, красота. Ладно, пожалуй, хватит. Возвращаемся. Надо мне проверить, все ли там в брюхе настроено. А то, на мой слух, что-то все-таки не смыкается. Возвращаемся. Дальше я сам. Парковаться никому не доверю. Психуешь перед завтрашним? Да нет. Я уже никогда не психую. А ты не хочешь? Не хочу, спасибо. На войне, перед первыми боями, нас тренировали на контроль стресса. Рассказать тебе как? Ну? Вводили специальный коктейль. Ускорители, анаболики, хер знает, что там еще было. Пускали, короче, это дело по вене, биомониторы сходили с ума. Ненадолго. Потом успокаивались. И мы тоже. Никаких нервов. Пара десятков таких сессий, и спокойно делаешься, как танк. В башке просто что-то щелкает, и выжигается то, что отвечает за страх. Так вроде запретили эти коктейли. Во время войны еще. Я тебя умоляю. Были же массовые случаи киберпсихоза в войсках. Ну, были. И что? Думаешь, Мелитех это парило? Киберпсихов грузили в самолеты и отправляли в клиники на Тайване. Каждый день. И новобранцы тоже поступали ежедневно. Накачивали нас этим говном, а мы и рады были. Деньги, аргумент такой, не поспоришь. То есть, ты вообще ничего не боишься? Ну, не все так просто. Насчет завтра я не волнуюсь. Уже не первый для меня это рейд. А вот все, что происходит в лагере... Короче, ладно, это я так. Не бери в голову. Да говори. Мы же теперь семья, мне можно. Если честно, меня беспокоит, что происходит между Панам и Солом. Они делают хорошую мину при плохой игре и надеются, что этого хватит. Но люди-то не дураки. Уже начинается шепот по углам, что Сол не справляется, что он себе на уме, что он всех подведет, что семье нужны перемены. Ну а ты? А что я? Что ты об этом думаешь? Сол должен отступить и передать власть Панам? Посмотрим, что будет завтра, когда дым после битвы рассеется. Теперь ты мне скажи, что думаешь? Меч,
В этот раз против нас будет не вшивая банда стилетов. Если мы хотим вернуться оттуда живыми, они должны договориться. Они пытаются. И вроде даже начали друг друга понимать. По-своему. Дьявол, да они оба прекрасно знают, чего от них ждут. Чего от них ждет семья. Надеюсь, Сол хотя бы предложил панам место за столом. А кто тебе сказал, что панам вообще хочет сидеть за этим столом? Я понимаю. Панам важнее семья, а не власть. Вопрос только, удастся ли найти баланс. Это не ко мне вопросы. Тут такое дело. Панам прежде всего хочет тебе помочь. А Сол, он во всем видит дополнительные возможности. Понятно. Добычу из Микоши? Угу. Если дело выгорит, и мы разживемся крутой техникой от Арасаки, это обеспечит нам отличное путешествие на юг. Сечешь? Это успокоит людей и даст Солу время. Сол ловкий тип. Он хорошо знает, что делает. Лишь бы только в этот раз не заигрался. Ну, хватит сплетен на сегодня. Все, о чем мы говорили, держи при себе. Давай, отдыхай. Я еще покопаюсь внутри у этой крошки. Ага, ясно. Удачной охоты, Митч. Ладно, потом поговорим. Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей. Некоторых знаю лучше, чем себя. Я вижу их настрой. Это затишье перед бурей. Завтра они пойдут до конца. Да, не сомневаюсь. До завтра, Сол. Постой. М? Хочу кое-что между нами прояснить. Ты многое сделал для этой семьи. Для меня больше, чем кто угодно. Но мне важнее всего клан. Сол. Дай закончить. Я также знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить. Разлад между мной и Панам, если мы пойдем разными путями. В этот раз Альдекальда просто не переживут раскола. Ты понимаешь, к чему я сейчас веду? Ты мне помогаешь, потому что у тебя нет выхода. Ты хочешь, чтобы клан думал, будто вы с Панам договорились. Играешь, в общем, в политику. Все не так просто. Завтра мне посылать этих людей на смерть. Я должен быть уверен, что делаю это не только для тебя, себя или Панам. Все для блага семьи. Понимаю. Пока нет, но еще поймешь. Эта куртка не пустой жест. То есть зла ты на меня не держишь? Завтра у нас важный день. Иди отдохни.
Сенсоры сбоят на больших высотах. Это плохо. На бреющем полете мы идти не сможем. Не те условия. Ты давай присядь с нами, Ви. У нас тут, понимаешь, маленький ритуал. А что за ритуал? Вдарить по пиву накануне большого дня. А, вот оно что. Ну, а это не простое пиво. Это осталось от нашего первого контрабандного груза. Мы тогда приберегли пару ящиков. На счастье. Ага. И тогда кто-то сказал, а я сейчас уже не вспомню кто, короче, мол, когда мы допьем все, счастье покинет Альдекранта. А, брехня это. Я в такое не верю. Ха, ну когда очередную открываешь, ручонка-то дрожит. Спасибо. Лучше не буду пить перед рейдом. Не то чтобы понимаю, но уважаю. В другой раз. Вот именно, за это и надо выпить. За завтра. За возвращение. За Соло и Панам. Потому что если они не договорятся, то все накроется медным тазом. Боб, ты всегда такой оптимист. Ви, ну ты-то, наверное, знаешь, как там у них дела? А что, они сейчас правда в контрах? Правда в том, что нам срочно надо много денег. А, аминь. Для тебя, Микоша, это личное дело, но Сол увидел в этом возможности для семьи. Лишь бы кто-то из этой семьи завтра остался жив. Они зарыли топор войны. Сам видел. Топор они зарыли. И на радостях решили послать нас на верную смерть. Ура, единодушие! Бобби, выдохни! Ты уж не обижайся, Ви. Я просто говорю, как есть. Это все из-за меня. Ставлю под удар весь клан. Простите. Не за что тебе прощения просить. Да, ситуация хреновая. Но если клан и сможет снова подняться, то именно благодаря тебе. И благодаря этому рейду. Ха, вот раз в жизни я с ним соглашусь. Но вы все-таки дайте шанс Солу. Он в этот план всю душу вложил. Да лучше бы он планировал свой отход на покой. А ты хочешь занять его место? Ха, да ни за что на свете. Ну вот, ты выполни задачу, а политику обсудим потом, когда пыль уляжется. Аминь. Одно я вам обещаю. Альдекальда будут жить. Об этом я позабочусь. Не кидайся такими обещаниями. Но твоя правда. У семьи есть шанс восстать из пепла. Я тоже так считаю. Если мы вернемся из Микоши, если наш безумный план удастся, Альдекальда ждет новая жизнь. Ага. И на этом месте Бобби должен пробурчать свое «если». Эй, вот только не надо из меня пораженца делать. Ладно, пора мне. Всем до завтра. Вы правда думаете, мы найдем там что-то хорошее? Редко такое случается, но в этом вопросе оба согласны. Я себе фургончик винтажный куплю. А, что, седина в бороду? Да идите вы нахер. Что-то ты тут малость перегнул. Слушайте. Привет. Ну как дела, Брюс? Устроился немного? Привет, Ви. Вот тебе прописная истина. Лагерь лагерю рознь. Вот здесь я как дома. Ну, то есть, может, здесь и будет мой дом. Дакота говорит, что ей пригодятся мои знания. Ну, там безопасные пути на юг, куда ходить, куда не ходить, все такое. Приятно слышать. Здесь тебе будет хорошо. Да, надеюсь. Еще раз спасибо, Ви. Не. Нет, сначала до мажор, а потом соль. Ага, понял, погоди. Как ты, Джейк? Все в порядке? Да, отлично. Почка прижилась прямо как масляный фильтр. Спасибо тебе, Ви. А из самурая что-нибудь знаете? В такой вечер, брат. Надо не про анархию, а про единство петь. Знаешь эту песню? Дом родной потерял мальчишка.
мешка брошен был судьбой. Он таил в душе огонь, жаркий слишком. Свет не дал ему с пути сбиться. Без устали огонь пылал в нем все ярче и ярче. Паренек лежит начал, но один куб думал иначе. Он нажал на курок, одержав свою злую победу. И огонь погасил, а мальчишку сделал легенда. Ты Бенедикт, да? Да, привет, Ви. Как дела? Все в порядке? Нормально. Как сам? Дакота велит пока сидеть на месте. Милитех еще разнюхивает. Ну, не знаю, посмотрим. У меня, честно говоря, уже руки чешутся. Ты лучше не беси Дакоту зря. Мой тебе совет. И будь осторожен. Что будет, ты пока и сам не знаешь. Ты смотри, кого ветром принесло. Тренируешься перед завтрашним? Можно и так сказать. Умей слышать молчание разума в грохоте выстрелов. Эту мудрость я узнал очень давно, когда был примерно в твоем возрасте. И помню до сих пор. Думаю, завтра грохота будет очень много. Вот и стараюсь пока запомнить тишину. Можно присоединиться? Я уже не помню, как это, не слушать вечный поток мыслей. Если хочешь. 12 бутылок за 15 секунд. Нужно полностью сосредоточиться на задаче. Ты, конечно, не сможешь. Давай проверим. Да, пожалуйста. Спорю на револьвер, что ты не сможешь. Когда встанешь на линию, я начну считать. Начали! Стоп! Неплохо. Ты можешь больше, но это совсем неплохо. Удачи тебе завтра. Врагам пожелаем понадобиться.
Ага. Что играете? Знаешь эту песню? До рано потерял мальчишка. Должен быть судьбой. Он таил в душе огонь. Жаркий слишком шли года. Жил он как в темнице. Звездный свет не дал ему с пути сбиться. Без устали огонь пылал в нем все ярче и ярче. Паренек лежит начал, но один куб думал иначе. Он нажал на курок, одержав свою злую победу. И огонь погасил, а мальчишку сделал легендой. Не. Си. Эй. Смотрю, покупателей у вас немного, да? Да, но выручают постоянные клиенты. Это как? Покупают по стволу в неделю? Чинить приносят. Песок же кругом. Забивается повсюду, в каждую щелочку. Время от времени все надо разбирать и продувать. Иначе рано или поздно пожалеешь, что этого не сделал. Да идите вы нахер. Нет, нет. Сначала до мажор, а потом соль. Ага, понял. Погоди. Паршиво получается. А из самурая что-нибудь знаете? В такой вечер, брат, надо не про анархию, а про единство петь. Знаешь эту песню? До рано потерял.
засиделась я на месте. Свет не дал ему с пути сбиться. Без устали огонь пылал в нем все ярче и ярче. Паренек лежит начал, но один куб думал иначе. Он нажал на курок, одержав свою победу. И огонь погасил, а мальчишку сделал легенда. О чем думаешь? Ни о чем. То есть, сама не знаю. Прошлой ночью я не смогла заснуть. И сегодня вряд ли удастся. Что тебя мучает? Дай-ка подумать. Завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть. Вдобавок к этому Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться. Я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться. Люди в нас сомневаются, я ведь вижу. Но все равно все уверены, что в случае чего по нам их вытащит. Конечно, ведь кто же еще? Ты чувствуешь ответственность за них. Это вполне естественно. Меня пугает вовсе не ответственность. Я просто трезво смотрю на ситуацию. Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня. Но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет. И я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти. Если завтра что-то пойдет не так, мы все. Завтра я буду рядом с тобой. Что бы ни случилось, мы будем вместе. И мы справимся. Я даже не знаю, что бы я без тебя делала. Ты бы сделала все как надо. Тебе-то откуда знать? Ви? Да. Ты не боишься смерти? За тебя я боюсь гораздо больше. Иди ко мне. О чем думаешь? О том, как первый раз просидела тут до утра. Я возвращалась в лагерь с дороги и решила немного тут задержаться, голову проветрить. Чтобы потом с новыми силами подцапаться с Солом. Было совсем темно и пусто. На небе густая чернота. Только слышно, как завывает ветер где-то, и двигатели урчат. Я села и ждала, когда мир замрет. Когда мысли в голове сбросят скорость до нуля. Дождалась? Нет. В ту ночь я поняла, что покоя не будет. Что теперь я всегда буду мыслями в дороге. Даже если сижу в темноте на холодном камне. Я бы с тобой так до утра просидел. Ну да, и я. Ты не представляешь, как мне это было нужно. Ладно, пошли уже, а то жопу отморозим. Сол вернулся. Идем. Может, у него есть новости? Вот красота. Так бы стояла и смотрела. Но лучше не заставлять их ждать. Баки полные, вода залита, снаряжение на месте. Можем выдвигаться. А остальное?
Если все накроется, нам придется по-быстрому снимать. Вроде все готовы. Насколько это возможно? Такой рейд для многих впервые. Думаю, Митч им все разъяснил. Да, понимаю. Просто мне это. Я слышал, разведка особо ничего не дала. Фиг знает, что Милитех против. Чувствуешь? Напряжение? Вот теперь они поняли, на что мы идем. Мы только что вернулись из разведки. Тебе надо это видеть. Ты вообще спал? С возрастом человеку нужно все меньше сна. К тому же я бы и не смог уснуть перед операцией. А вот этот материал дороже всяких сладких снов. Посмотри. Спасибо. План простой. У нас две цели. Первая — проникнуть в Росака Тауэр и помочь Ви добраться до Микоши. Вторая — по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники. Это решит наши финансовые проблемы. В Микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп в подвалы Росака Тауэр. Для этого надо пробиться на стройку магливного туннеля и угнать ТПК корпорации Найт. Важная информация. При помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест. Проникнем через эту долину. Вряд ли они ожидают нападения. Но действовать все равно надо быстро. Важно снять охрану, прежде чем они успеют предупредить своих. А если не успеем? Вот тогда пригодится Боб и его глушилка. Надо подобраться к их антенне и включить сигнал. Будем честны, надолго их это не задержит. Надеюсь, этого времени хватит. А есть у них дроны, системы раннего оповещения, всякое такое? Это не Форт Нокс, но все-таки. Найт пользуется услугами Милитеха, так что все может быть. Патрули наверняка будут. Но у нас дроны тоже есть. Тедди будет следить, чтобы предупредить нас вовремя. Стройки, стена. Наш панцирь сможет выбить ворота? Да сможет, легко. Пока все неплохо. Что дальше? Внутри надо найти ТПК и разобраться с управлением. Этим займутся Митч и Кэрол. Запустите буры, дорога к подвалам Росака Тауэр будет для нас открыта. Оттуда Ви, Панам и я проходим на уровень лаборатории и ищем доступ в Микоши. А пока будем делать подкоп, там можно ждать сюрпризов? Если все пойдет как намечено, никто не успеет заметить нашего присутствия. Если хочешь еще осмотреться, пожалуйста. У нас есть время. Мне этого хватит. Ну, вот и все. Ви, ты готов? А как мы оттуда вернемся? Тем же самым путем. Быстро зашли и быстро вышли. Наши люди будут ждать снаружи, пока мы там. Ну, Ви... Ты готов? Готов, конечно. Все знают? Ну, тогда заводим моторы. Канал связи.
Ладно, ладно, молчу. Ты дрон запустил? Птичка порхает и щебечет. Принадлежащей корпорации Милитех. Покиньте территорию. Повторяю, развернитесь и покиньте территорию. У меня все плохо! Глушилка там наготове? Конечно, разберемся. Удачи. Она, ты проверила? Все системы работают. Проверяю. Нитроинжектор в порядке. Пушка тоже рабочая. Да, мы готовы. Ну, тогда погнали. Питание накрылось. Все системы отключены от сети. Можно это починить так, чтобы прямо сейчас? Черт! У нас проблема, вся электроника вырубилась. Ви! Избавься как-нибудь от дронов, пока я тут разбираюсь. Я собью дроны. Ты займись панцером. Черт, да что ж за подстава-то? У нас возгорание в кабине. Потушить реально? Если нет, вылезай. Господи, народ, вы где? Я тут торчу у передатчика. Куда вы делись? Мадам, какие новости? Долго еще? Минутку. Огонь локализован. Переключаюсь на аварийное питание. Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего. Сол, они уже знают, что мы пришли в гости. Дроны летят прямо на нас. Нам нужно еще время, Бобби. Ты продержишься? А у меня есть варианты. Работайте. У нас проблемы. Обо мне не беспокойтесь. Системы заработали. Можем ехать. Все, Бобби, панцир снова на ходу. Держись, мы едем наконец-то. А то было уж совсем грустно. Последний остался, сучонок. Меня выцеливает, сейчас я... Бобби! Господи боже, Бобби! Бобби, прием! Нам надо... Прости, Митч. Мы не можем останавливаться. Не сейчас. Черт. Ви, наш панцир, он долго не протянет. Я чувствую питание, скоро вырубится. Я все сделаю, чтобы не сдохнуть на дороге. Что угодно сделаю. Потом будем импровизировать. У нас получится, Панам. Не сдавайся. Надо выступать разворотом с дороги, зачистить путь и переехать через мост. Больше никаких ошибок, слышите? Мы и так уже успели огрести по самой не балуйся. У нас все получится. Что-нибудь можешь сделать? Попробую, только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Вылезай, помоги нашим. Мы прикроем, только давай скорее! Один шанс, что он... Ну, ты понял. Прикрывай! Я пробовал. Поехали дальше.
мы уже близко. Некуда. Ну что, наш черед? Ви, присмотри за ними. Хорошо. Наверху должна быть диспетчерская, откуда можно удаленно управлять ТПК. Терминал, подключаемся. Какие там протоколы защиты? Это не космическая станция, это просто очень большое сверло. Расслабься, Кэрол пройдет как нож сквозь масло. Так, ну что, запускаем этот бур и нацеливаем его прямо на Арасака Тауэр. Ему нужно будет время. Ви, тебе придется нас прикрывать. У нас гости. И много их. Ви, помоги нам, пожалуйста. Ёбаный велитех прижимает. Черт! Похоже, там направление задано автоматически. И как ты уговоришь его повернуть? Старым маневром. Ты отключи автопилот и запусти аварийный режим вручную. Есть! Ну тогда поехали! Наступают справа! Мич, что там у нас? Позиция опустела! Займите! Неплохо! Берегите импланты! Почти 60%!
Мы едем. Выиграем для вас время, сколько получится. Спасибо. Мы присмотрим за Митчем и Кэрол и разберемся со шлюзом. Надо перехватить милитеховские железки, иначе они двинутся прямо на наших. Ёбаные, блядь, корпораты! У них подкрепление! Мы справимся. Есть! Прямое попадание. Слушайте, мы добрались до льда. Кэрол его раскалывает. Медленно, но продвигается. Как там у вас? И милитех пригнал еще железо! Ёбаную тонну! Сажен в грунт. Мы пока соображаем, где разместить заряды. Нам нужно еще время. Мы тоже не дурью маемся. Постараемся задержать их сколько можем. Работайте! Как вам это, говнюки милитеховские? Воу! Вот это сейчас нормально бабахнуло. Митч, у тебя все хорошо? Рвануло неплохо, да. Но у меня все в порядке. Сол, Митч, возвращаемся к вам. Хорошо справились, только у нас тут небольшая проблема. Что такое? Нас выбросило из долбанной системы. Перезагрузка не помогает. Отсюда мы ничего не сделаем. Надо будет запустить ТПК прямо на месте. Пока это наш единственный выход. Ну хорошо, что выход еще есть. А что шлюз? Мы взорвали заряды.
Конструкции повреждены, но без панцира мы не обойдемся. Ваш выход. Сейчас будем. Будь уверен, после таких подвигов панцербои вас примут не глядя. Отличная работа, Ви, спасибо. А теперь, если не возражаете, пора снести бочки. Надо разделиться. Сол прав. Кэрол, вы с Кэссиди остаетесь тут на посту. Ясно. Мич, пойдешь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Ладно, оставляю на автопилот и отключаюсь. Окей. Все нормально? Чего притих? Боб и Тедди погибли. И это моя вина. Тедди и Боб с самого начала понимали, на что шли. Все понимали. И я тоже. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступила бы так же. Для любого человека из клана. Сол сказал мне, что какой-то твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Да. Альт. А кто это? Ну, тут забавная история. Альт — это бывшая Джонни. Иди ты. Я не шучу. Она очень крутой нетранер, и лучше нее нет никого. Только она может провести нас в Микоши. Джонни, Альт. Короче, маленькая семейная афера. Ты ей доверяешь? Да, она поможет. А что, тебя что-то напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на нее, значит, я готова положиться на твой выбор. Все получится. Должно получиться. Мы ведь уже почти у цели. Мы на месте. Далеко отсюда до Арасака Тауэр? Нет, отсюда уже рукой подать. Черт, ты их видишь? Что-то случилось. Тебе пора бы к этому привыкнуть, Сол. В жизни мало что идет по плану. Мы понятия не имеем, что... Ребята, что такое? Милитех отрезал наших настройки. Кэрол и остальных. Они долго не продержатся. Господи боже. Я беру панцирь и возвращаюсь туда к ним. С ума сошел? Речи быть не может. Один ты панцирь вести не сможешь, только мозги свои тупые сожжешь. А что, есть другие идеи? Это же наши, по нам. Я их не брошу. Сол, и ты на это согласишься? Ви, объясните вы этому кретину. Мич прав. Втроем еще у нас есть шансы. А у них без Митча никаких. Ты точно уверен? Сол! Это верное самоубийство! Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют! Скоро увидимся. Сол, Кэрол, он же... я иду к вам! Держите! Скажи ему! Вернемся, с вас пиво! Жертвы напрасны. Вы двое поднимитесь и гляньте, в чем там дело. Как поедете, я за вами. Прикрою с тыла. Понятно. Идем. Двигатель перегрелся, когда сверло застряло в железобетоне. При обходе должна отключиться... Ну что? Момент истины. Хорошо. Включился ручной режим.
первый оборот. Не бойся. Вертится. Панам, что такое? Панам, не молчи! Нет, 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 Панам! Я здесь. Меня немного помяло, но жить буду. Панам, я уж думал, ты... Ничего, Ви. Все в порядке. Сол. В туннеле пока чисто. Нет вестей от Митча? Пока ничего. Я так и знала. Может, проблемы со связью? Угу. Пошли. Закончим с этим. А это что? А это... Не торопись, а то... Сейсмически. Всем приготовиться. Они защищают... Нам надо сбить их дроны! Ну вот и все. Какая-то техническая шахта. Вроде она идет наверх. А ведь если подумать, мы сейчас прямо в том месте, где взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть... Получается, что здесь до сих пор может фонить? Кто знает. Класс. Ви! Ви! Ви, что с тобой? У него опять приступ. Ви! Нормально все. Нельзя останавливаться. Кто-нибудь знает, где мы? Надо осмотреться, тогда и поймем. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану. Не нравится мне это. Совсем. Ви, сначала надо убрать стрелку. Думаешь, что-то серьезно? Лучше... Конечно, серьезное. До вечера тут наверняка присутствует. И часто тут так бывает. У них там целая толпа, похоже, конвойная охрана.
Ясно. Ситуация не очень сложная. Все бойцы Арасаки теперь наготове. Включилась аварийная установка. Мы заперты, как крысы в клетке. Где мы конкретно? На производственном уровне, и мы отсюда не выберемся, пока не отключим блокировку. Сол, далеко отсюда до Микоши? Лаборатория в соседнем секторе, но туда еще надо добраться. Точки доступа есть? Нужно найти. Ищу, погодите. Одну нашел, недалеко, там сможешь подключиться. Окей. Надеюсь, разъем для щепки Альт тоже найдется. Высылаю кратчайший маршрут. Но сначала надо как-то блокировку снять. Только по-тихому. Никто не должен заметить, что мы пришли в гости. Красный уровень опасности. Всех сотрудников просим оставаться на местах до отмены блокировки. Альт, мы в Микоши. Да. Сколько времени тебе нужно, чтобы... Что? Получилось! Значит, мы можем идти дальше? В Микоши? Открыть. Спасибо, Альт. Тоже. Пошли.
Давайте вместе. Сол! Альдекальда! Кусок мяса! Ugh!